7 человек остаются в больнице в результате отравления на катере. Напомним, утром 23 сентября на одном из катеров, стоявших на приколе на Курчатовском заливе, были обнаружены тела двух мужчин. По предварительным данным, на корабле компания из 9 человек отдыхала на протяжении нескольких дней. Застолье закончилось трагедией. В результате отравления 2 человека скончались, остальных доставили в больницы. Сначала СМИ сообщали, что медицинская помощь была необходима 5 людям, однако по информации, которую сегодня распространил отдел Министерства здравоохранения Иркутской области в Братске, в лечебных учреждениях находится 7 человек, причем 6 в терапевтических отделениях городских больниц и 1 в реанимации. Чем же все-таки отравились люди на катере, пока неизвестно. В Следственном комитете нам заявили, на экспертизу может уйти больше недели, пока одной из главных версий остается отравление некачественным алкоголем.